прекрасном настроении телеканал Шоп-н-Шоу продолжает свою работу. Дорогие, мы вас приветствуем. Это рубрика «Мода». Самая яркая и самая изысканная коллекция, которую сегодня представляет наша Лера Сова, эксперт нашей моды. Добро пожаловать в наш модный эфир. Нас ждет 2 часа модного марафона, где мы выбираем самые стильные, самые модные, самые актуальные наряды. Как при этом экономить и делать покупки максимально выгодными, вам расскажет Елена Мироненко. Ну что, я думаю, пора начать, тем более брючки у нас уже готовы. Абсолютно идеальное решение для весны и лета, потому что они у нас яркие. Итак, яркие решения специально для вас. Брюки Тони по цене 1999 рублей. Посмотрите, со скидкой в 600 рублей. Ой, и какие вкусные цвета. И цвета шикарные. Брюки хороши. Это бренд Артеса. Это модные широкие брюки Палаццо, которые сейчас очень и очень актуальны. Палаццо – это с итальянского дворец. Дворцовые брюки, широкие длинные брюки в пол – это то, что нам нужно, чтобы выглядеть роскошно. Выбираем яркие цвета. Например, цвет бордо. Посмотрите, густой, насыщенный и очень элегантный оттенок. Или темно-синий, мягкий цвет, относительно черного, более сдержанный. Кстати, подойдет вам в том числе и на работу. Дальше красный. Посмотрите, яркий, страстный и темпераментный. Если вы хотите в этом году блистать, то это ваша коллекция. Никогда не останетесь незамеченной. Далее, темно-зеленый. Если вы хотите прийти к гармонии, если вы хотите больше изумрудных оттенков в своем гардеробе, это ваш вариант. Классический черный – это не только вариант для работы, это шикарный вечерний образ. Именно черный цвет считается цветом торжественным. Ну и яркий синий, васильковый цвет, такой жизнерадостный, который прекрасно подойдет нам с вами на каждый день, весенний-летний сезон. Я сегодня, на самом деле, знаете, буду вам рекомендовать выбирать 2 цвета, если это ваш стиль, если это ваши брюки. Потому что темные, ну, например, черные или темно-синие, как на Жене, прекрасно подойдут для работы, для торжественных мероприятий. А вот яркие, например, цвет бордо, как на Кате, это летний вариант на каждый день. Очень многие женщины, я знаю, с пышными формами не носят летом юбки, просто потому что натирается внутренняя поверхность бедра. Брюки в этом смысле отличный вариант. А широкие брюки Палаццо, на мой взгляд, вариант идеальный. Так, тем более, посмотрите, у нас размерный ряд от 52-го, посмотрите, до 74-го. Вот это да, у нас, как правило, бренд Артеса представлен до 70-го размера. Вот сейчас есть и 72-й, и 74-й. Заметьте, это сдвоенные размеры. Лер, ну ты знаешь, вот я для себя никогда еще не выбирала такие широкие брюки. Я всегда считала, что если у меня достаточно широкие бедра, то они меня будут еще и расширять. Понятно, это заблуждение очень многих женщин. Смотрите, что нужно, чтобы широкие брюки вас устранили. Во-первых, они должны быть на высокой посадке. Я вам сейчас покажу, на какой посадке у нас с вами брюки от бренда Артеса. Это посадка на талии. Почему это важно? Мы на талию поднимаем брюки. Здесь у нас с вами самое узкое место. Мы тут делаем акцент. А дальше вот эта ширина брюк, они должны быть, кстати, вот такие струящие. Здесь очень правильно выбран материал. Эти брюки, посмотрите, вот отсюда вытягивают нам силуэт. Прячут зону галифе, прячут животик. При этом они очень мягкие. Обращаю на это ваше внимание, что это брюки на мягкой эластичной ленте. Они подстроятся под ваш тип фигуры. И посмотрите, что. Чем хороши широкие брюки. За своими драпировками, за вот этой шириной, они скроют все недостатки, в том числе целлюлит, который у нас присутствует, который летом хочется тоже замаскировать. Ой, это вообще действительно идеальный вариант для нас, дорогие наши девочки, дорогие наши девушки и женщины. В любом возрасте мы должны всегда блистать. Сегодня находка дня – это брюки Тони по цене менее 2000 рублей. Причем вот действительно вам Лера сегодня советует выбрать сразу же 2 цвета. Если вы привыкли к классике, то выбирайте, конечно, темно-синий и черный, но вместе с ними выберите яркий цвет. Пусть для вас это будет действительно яркое решение, которое будет вас эмоционально даже как-то заводить, чтобы жизнь, она, знаете, вот совершенно по-другому шла. Ох, я тут с тобой соглашусь. Брюки действительно в этом смысле хороши. Во-первых, они свободные, широкие и легкие. Во-вторых, посмотрите, как они смотрятся. Вот такие брюки, знаешь, в них всегда есть шик. Вот не зря это называется брюки Палаццо. Кстати, в этом сезоне они почти у всех дизайнеров. Они есть во всех модных журналах. Вы увидите огромное количество образов с этим
этими брюками. Кстати, есть в них такая хитрость, я вам сейчас расскажу. Такие брюки можно носить с высоким каблуком, даже нужно, они тогда выглядят роскошно, но если поднять посадку повыше, они станут покороче, и их совершенно легко, надев сверху свободную рубашку, например, как на Кате, можно носить и с плоской подошвой абсолютно четко и легко. Смотрите, образ на нашей Кате с яркой рубашкой тоже от бренда Артеса. Рубашка у нас с вами называется Молли, выполнена она из штапеля, то есть вот это самый что ни на есть комфортный летний образ. Ну а на Жене вариант такой более элегантный. Посмотрите, здесь у нас блуза, которая называется Енита, и синие брюки. И мы с вами понимаем, что, конечно же, вот в таком образе можно отправляться на работу или на какое-то деловое мероприятие. Ну а в Катином варианте на отдых, на прогулку, на курорт, да просто летом носить, это очень комфортный вариант. Ты знаешь, вот мне нравится, тем более, если вы выбираете два вот таких прекрасных образа, которые представлены у нас на девочках, то вы получаете еще и бесплатную доставку. Почему? Да потому что телеканал Shop & Show при заказе на сумму 5990 рублей дарит вам бонус в виде бесплатной доставки. Это действительно дизайнерские коллекции, красивые коллекции, коллекции, которые у нас представлены до 74 размера. И куплено, посмотрите, уже 100 брюк. Знаешь, что мне нравится? Что у нас представлены достаточно, ну, видно, что они струящиеся ткани, да, и материала, но мне нравится, что они идеально держат форму. Вот за счет чего получается? Да, ты знаешь, вот у таких тканей, вот особенно, которые используются для длинных брюк, должен быть вес. Вот если почувствуешь, да, вот они такие весомые достаточно. Это трикотаж, посмотрите, он действительно хорошо строится, но он достаточно плотный. Но, как видите, когда я его растягиваю, он не просвечивает. Вот именно такие ткани отлично подходят для брюк палаццо. Кроме того, чем они хороши? Всегда комфортно сидят, не мнутся. Вот в чем бонус. Посмотрите, если бы эти брюки были шелковые, они бы моментально пришли, ну, в неприглядный внешний вид. А вот такие трикотажи совершенно не мнутся, поэтому вы всегда чувствуете себя комфортно и выглядите потрясающе. Вообще, я вам должна сказать, что я такие брюки очень рекомендую, например, в поездке в том числе. Да, очень многим женщинам, вот отправляясь куда-нибудь, не знаю, на курорт, в другой город, да, куда-то вот в гости, вы совершенно легко можете надеть такие брюки. Это, знаешь, такой вот, ну, баланс. То есть мы выглядим в них все-таки элегантно, да, это не спортивные штаны, но при этом, да, даже в поездке так выглядит, но при этом чувствуем себя комфортно. Вот это действительно самое главное, чувствовать себя комфортно, чувствовать себя на высоте, чувствовать себя уверенной в себе, поэтому почувствуйте свою уверенность и красоту вместе с нашим предложением Тони. Для вас цена 1999 рублей. 6 цветов на выбор, яркие, вкусные, изысканные. Вот действительно весенне-летняя коллекция, а какие они нежные. Знаете, как приятно их будет надеть на голое тело и при этом чувствовать тот самый комфорт, чувствовать ту самую мягкость и ни в коем случае не быть в парниковом эффекте, который мы так не любим, особенно когда на улице жара. Поэтому сегодня самые лучшие предложения собраны в этом часе. Лерочка, давай еще раз повторим наши цвета. Давай, я с удовольствием, тем более, что я еще раз хочу вам рекомендовать взять два цвета, потому что брюки действительно шикарные и сегодня позволяет это сделать цена. Итак, цвет бордо у нас с вами, цвет темно-синий, огненный красный цвет, темно-зеленый, черный и василек. Еще раз вам напоминаю, бренд Артеса, сдвоенная размерная сетка. Мы берем не размер, мы берем размерный диапазон. Это особенно удобно для таких брюк. Они должны быть свободные, струящиеся, элегантные, и тогда в них появляется тот самый шик, который присущ настоящим итальянкам. Ну и действительно, самое главное, что сегодня каждая наша телезрительница с пышными формами, с пышными бедрами, с красивейшей русской фигурой может позволить себе эту коллекцию. У нас размерный ряд от 52 до 74. И заметьте, наши предложения и размеры более 60, они не идут по цене выше. То есть у нас находка дня представлена по единой цене абсолютно на все размеры. 1999 рублей, да еще и выгода 600 рублей.
Но не только брюки, но и рубашки нам с вами необходимы в весенне-летний сезон. Именно рубашки. Не топы, не блузы, а настоящие комфортные хлопковые вискозные рубашки. Это модно, это стильно. В рубашках вы всегда выглядите более элегантно, но тем более, когда есть возможность выбрать их в широкой размерной сетке и в ярких цветах. Я сегодня выбираю для себя рубашку от бренда Артеса. Посмотрите, это длинная рубашка, по сути, туника даже, если хотите. Это яркий цвет, это возможность носить ее абсолютно с чем угодно. В этом сезоне рубашки предлагаются очень многими дизайнерами. И ты знаешь, вот, Лен, я тебе могу сказать, что я много времени потратила, пытаясь найти себе хорошую рубашку. Потому что, знаешь, все-таки рубашка даже с джинсами, даже с шортами, с бриджи, да, с брюками, вообще другой образ моментально. Вот я с тобой абсолютно согласна, причем вчера в эфире очень много, да, нам поступило благодарности, что мы представляли тоже именно рубашки. Наши телезрительницы ждали этого предложения, поэтому сейчас, дорогие, вы дождались. Итак, цена 2499 рублей. Дорогие, это выбор эксперта. И мне нравится, что у Леры сейчас выбор черный горох. Какие красивые горошинки представлены. Это такой, не знаю, мне кажется, такой конфетти просто, да, очень яркий получается такой образ, очень стильный, можно даже сказать, немножко хулиганский, потому что если надеть эту рубашку с джинсами, образ будет очень такой яркий и молодежный. Есть у нас цветочный принт, посмотрите, называется он черно-фиолетовый, цветы в заказе, и есть цвет, который отличается от всех, вообще они все три разные, но вот это называется черно-оранжевый штрих, то есть у нас с вами и геометрия, и цветочный принт, и горох присутствует, есть из чего выбирать. То есть у тебя конфетти, а у меня вот такой салют из блеска представлен. Ну что же, дорогие, выбирайте только праздник, только конфетти, только салют, только яркие коллекции. Посмотрите, размерный ряд у нас идет от 52 до 74. Но, во-первых, конечно, мне очень нравится эта коллекция. Тебе она безумно идет, красиво. И мы сейчас ведь нашим женщинам доказываем, что это не только классическое решение, но и можно его выбирать под наши любимые джинсы, да, удобную даже одежду. Нужно, я бы сказала, потому что это не классическая хлопковая рубашка, да, это не костюмный, не офисный вариант. Это рубашка свободная, у нас даже нет, посмотрите, классического ворота, да, здесь такой вот V-образный вот ворот, который нам вытягивает силуэт, и это у нас с вами, посмотрите, очень мягкая ткань, это штапель, это я любимый материал очень многих женщин, особенно для лета. Штапель — это тончайшее плетение хлопка, вискозы с маленькой добавкой декоративного шелка в данном случае, для того, чтобы эта ткань меньше мялась. Она легкая, она воздушная, она совершенно не дает никакого парникового эффекта, наоборот, то есть это то самое решение, которое летом пригодится абсолютно любой женщине. И мне нравится, что эта вещь садится абсолютно на любой тип фигуры, и на верхней, как у Кати, да, и на песочные часы, как у меня, мы видим ее с брюками, мы можем надеть ее с юбкой, даже с достаточно строгой юбкой-карандаш, как это делаю я, но не забывайте про джинсы, капри, шорты и леггинсы. Ну и, кстати, вы посмотрите, вот сейчас на нашей Катюше предложение брюк и предложение блузы. Если вы делаете для себя заказ вот этого прекрасного образа, если ваш заказ составляет 5990 рублей, то вы получаете бесплатно доставку. Вообще сегодня уникальный эфир, потому что самые лучшие коллекции, будто с подиума для вас, сегодня представлены в нашем прямом эфире. Ну что, давайте поговорим про размеры и поговорим про стройность, которую дарит нам эта рубашка. Что касаемо размеров, сдвоенная размерная сетка, как всегда, у бренда Артеса, и 74-й даже есть в наличии. Мы с вами выбираем по своему большему размеру, ориентируйтесь на него. Если у вас больше объем по груди, берем в сторону верхнего. Если больше объем по бедрам, как, например, у меня, мы ориентируемся именно на него, поскольку рубашка у нас длинная. Рубашка прямого силуэта, и это значит, что она прекрасно подойдет всем типам фигуры. Длина такая, что позволяет нам с вами, посмотрите, и закрыть область бедер, не просто закрыть, а еще сделать ее стройнее благодаря вот этим таким вырезом, да, у нас по боковым частям, и спрятать животик благодаря свободному крою, и при этом выглядеть элегантно, вот что мне больше всего нравится в рубашках. Но и при этом я вам должна сказать, что вы ее можете носить совершенно вот, ну, знаете как, не обязывая себя к какому-то определенному образу. Вы можете поиграть с длиной рукава, просто его приподнять, как делаю я, да, закрепить манжету вот здесь вот, и сделать его чуть короче. То есть, смотрите, я просто подняла манжет выше локтя, а длина рукава у меня стала вот такой, 3/4.
Вы можете так поступать, если у вас пышные бедра, например, или если вам просто хочется такой более свободный образ, можно просто подвернуть рукав, сейчас это позволительно. Такую рубашку можно заправлять внутрь, она достаточно тонкая, поэтому она не даст объема ни в юбке, ни в брюках. Конечно же, надевать на нее пояса сверху или носить вот в таком свободном стиле. Ох, красотки, ох, наши яркие девчонки. Итак, специальное предложение, это наша цена премьеры, 2499 рублей. Вы будете яркой, вы будете восхитительной, вы будете всегда в центре внимания. Это вам обещает телеканал Shop & Show. И наша премьера, восхитительная рубашка. Вообще вспомните, да, рубашка, она есть в каждом гардеробе. Но самое главное, найти ту самую любимую рубашку, которая сядет на фигуру, которая будет подчеркивать грудь и в которой вы будете стройняшкой. Сегодня вы эту коллекцию нашли, это коллекция под названием Molly. Итак, важная информация. Лидер черный, ну конечно, лидер черный горох, который представлен сегодня на нашем эксперте, на нашей Лерочке. Красивый, яркий, изысканный, на самом деле разноцветный вариант. Вот мне нравится, что наконец-таки, Лера, наши женщины, они стали привыкать к ярким цветам и тем самым к цветотерапии в своей жизни. А ты знаешь, вот, Лена, мне нравится, что сегодня женщина абсолютно любого размера, до 74-го, может выбрать себе элегантную стильную вещь, да, не футболку, не тунику, а именно стильную рубашку. Все-таки такой образ выглядит совершенно иначе, дороже, да, если хотите, выглядит более стильно, выглядит более модно. Поэтому вот если вы сбились с ног в поисках таких вещей, сегодня есть смысл выбрать два варианта, потому что все три цвета абсолютно разные. Вот это такой игривый, да, горошек, посмотрите, яркий, цветное конфетти. Более элегантным вариантом станет, например, цветочный выбор. Вы представьте, что, например, вы можете надеть, ведь наоборот, нам с Катей можно поменяться, да, можно яркие брюки надеть вот под такую рубашку, будет еще более яркий образ. А если элегантную юбку-карандаш мою выбрать под ее рубашку и, например, заправить, это будет образ вполне себе элегантный, вполне себе деловой. Поэтому у вас есть возможность сегодня выбора. Но и помните, что это совершенно шикарный материал, который абсолютно вас порадует этим летом. Это штапель, это хлопок, это вискоза, и это небольшая добавка декоративного шелка. Поэтому, смотрите, рубашка струящаяся, поэтому она легкая, поэтому такая рубашка подарит вам комфорт даже в самый жаркий летний день. Итак, специально для вас сегодня самые эксклюзивные предложения от телеканала Shop & Show. Не пропустите эти коллекции, смотрите наш эфир сегодня абсолютно весь, 2 часа, рубрики моды и только самые лучшие предложения. Ну, конечно же, самые лучшие предложения и хит нашего прошлого часа – это комбинезон Vivian. Очень много звонков поступило, очень много благодарности от наших телезрительниц и от дам с пышными формами, которые могут себе сегодня позволить, наконец-таки, комбинезон. Яркий, очень интересный, совершенно нетривиальный. Решение свободное, решение, в котором вам комфортно и в котором вы всегда можете выйти и в театр, и на праздник, и в котором вам всегда будут делать комплименты. Не просто делать, знаешь, а засыпать вас комплиментами. Итак, цена эксклюзивная, специально для вас. 3999 рублей, да еще и скидка в размере 1600 рублей. Да еще цвета какие шикарные, размеры потрясающие. Давайте знакомиться. Бордо – это выбор нашей ведущей. Сегодня яркий цвет, посмотрите, с украшением, да, сеточка вышитая цветочным принтом. У нас в таком же варианте есть зеленый цвет, тоже потрясающей совершенно красоты. Причем, знаешь, что мне нравится? Да, вот эта вышивка, она в каждом цвете по-своему играет, потому что оттеняет ее комбинезон. Синий цвет тоже есть цветами, посмотрите. И вот здесь, вот смотри, если, да, на зеленом очень ярко она смотрится, то здесь очень элегантно, очень деликатно смотрится этот цветочный принт. Да. Ну и два варианта более сдержанных, посмотрите. Синий с полосками, который уже закончился, 44-46, да? Представляете, в прошлом часе уже закончился, да. Ну и плюс, посмотрите, вот они, сейчас мы покажем наши полосочки, очень красивые, прозрачные. Ну и плюс, вот такой же точно черный вариант. Да, черный с горошком, вот это вечерний, конечно, образ. Вот если синий с полосками, я бы рекомендовала даже для работы, например, почему бы нет, да, жакет сверху надели, и пожалуйста, то вот черный, вот такой вот с горохом, это, конечно же, вариант вечерний.
здесь у нас с вами действительно такой вот, ну, очень, я бы сказала, изящный, да, момент. Вот он, посмотрите, этот черный вариант, как он шикарно смотрится. Слушай, ну, чувствую себя сейчас на показе мод, вот ни больше, ни меньше, потому что такие коллекции, признаюсь, не видела никогда. Итак, повторяем, что у нас размерный ряд от 44-го, то есть дамы, да, наши стройные телезрительницы могут сегодня себе предложить вот такую коллекцию. Ты знаешь, о чем я сейчас подумала? О том, что у нас впереди ведь выпускные балы, доченьки, внучки, вот такой подарок. Потому что я помню, моя мама и мне, и себе на выпускной еще в 11 классе искала наряд, но на самом деле очень дорого, Лер, все стоило. Ну, дорого, во-первых, а во-вторых, Лен, ты знаешь, вот все-таки представь любой праздник, да, выпускной, например, скоро, свадьбы сейчас, да, очень активный сезон. Вот в чем все придут? Все придут в платьях, в юбках, либо в юбках с блузами, а вы в комбинезоне, шикарная, модная, молодая, потому что комбинезон всегда вот возраста сбавляет, это я вам могу точно сказать, потому что выглядит всегда очень стильно, выглядит всегда очень необычно. Потом, чем хорош комбинезон? Это готовый образ, то есть это, по сути, отличная альтернатива платью, все, у вас готов комплект, тем более, когда мы говорим про такие образы, которые видим сегодня на наших подиумах. Нужно нам только с вами выбрать размер, давайте я вам дам подсказку. Смотрите, у нас комбинезон выполнен из штапеля. Это штапель более плотный, чем, например, на рубашках, да, все-таки это комбинезон с брюками, но тем не менее, это материал, который не тянется. Поэтому, смотрите как, будем выбирать размер, будем выбирать по своему большему обязательно. Вот здесь у нас с вами просто обязательно этот выбор делать именно так. Если у вас пышные бедра, смотрите, это вариант нашей Ксюши, нашей брюнетки, это вариант нашей ведущей, мы берем по размеру бедер свой комбинезон. Если верхний тип фигуры, вариант нашей Жени, посмотрите, которая выбрала черный, берем по объему груди. И еще одна особенность, здесь сдвоенный размерный ряд. Сделайте так выбор, чтобы ваш размер был нижней границей. Например, если вы носите размер 48, ну вот как Лена, возьмите 48-50, то есть в большую сторону, чтобы комбинезон сидел свободно, чтобы было вот это ощущение шика. Вот ты знаешь, вот у меня, я тебе честно хочу сказать, сейчас есть ощущение шика, ощущение лоска, да, вот девочки, даже такая уверенность в себе появилась, да, то есть хочется просто ворваться в эту жизнь и совершать те самые-самые яркие дела в своей жизни, да, хочется пойти гулять, пойти в кино, пойти в театр, боже мой, это так важно, да, мы ведь живем всего лишь один раз, поэтому получайте от жизни все, не экономьте на себе, а, ну и сделайте вы себе такой прекрасный подарок за 3999 рублей, посмотрите, это эксклюзивная цена, и знаешь, что мне очень нравится, что и здесь, посмотрите, вот я как раз на крупном плане сейчас продемонстрировала, что легким движением руки, посмотрите, вот, да, я могу сейчас подтянуть брючки и тем самым уже надеть, допустим, плоский ход, какие-то балетки. Да, ты совершенно права, либо подстроить под свой рост их, либо подстроить под свой тип фигур, потому что если у вас тип фигур песочные часы, как у Лены, да, и талия четко выражена, то, конечно же, нужно на ней делать акцент. Посмотрите, у нас с вами для этого есть в талии вот такая эластичная лента, которая позволит и отрегулировать посадку, и сделать акцент там, где нам с вами нужно. Например, если тип фигуры верхний или тип фигуры яблочко, можно опустить ниже, сделать акцент на бедра, чуть-чуть больше сделать припуск вот этот верхний, чтобы замаскировать животик. А ты знаешь, что мне еще нравилось, конечно, и нравится, что мы сейчас действительно все необычно выглядим, да, вот мы все такие разные, объединяет нас одно, это что, как вы думаете, конечно же, прямой эфир телеканала Шоп-н-Шоу, так что вот вам показ мод, почувствуйте себя красивой, желанной, любимой, но у нас, внимание, очень срочная информация. Итак, полоски. Темно-синий цвет, закончился размер 48-50, в размере 60-62 у нас остается вот буквально-таки два комбинезона, 64-66 в моем цвете, в цвете бордо остается только 5 комбинезонов.
удобные, красивые, яркие. И знаешь, что мне нравится? Вот дамам с пышной грудью, у меня тоже грудь не маленькая. Посмотрите, какой объем, ничего нигде не пережимает, Лер. И вот действительно чувствуешь себя комфортно, просто можно танцевать хоть целый вечер. Да, вот в этом, кстати, прелесть комбинезонов. Знаешь, вот все-таки, когда мы выбираем платье вечернее, да, это такой вариант, ну, нужно все-таки как-то себя держать, да, поведение, смотреть, как на тебе платье сидит, лишний раз там, да, вот с детьми, например, отправляешь на праздник на детский, да, то есть ты всегда должна понимать, как оно на тебе сидит, нигде у тебя там ничего не задирается и так далее. В этом смысле в комбинезоне можно абсолютно расслабиться, потому что вы закрыты, вы при этом чувствуете себя комфортно, легко, при этом вы абсолютно никак вот себя не заковываете ни в какие корректирующее белье, да, не надеваете никаких корсетов, потому что свободный крой комбинезона сам априори дает маскировку нашим особенностям. И, кстати, я очень рекомендую комбинезоны девушкам, барышням невысокого роста, потому что комбинезон роста добавляет, он всегда вытягивает фигуру, вытягивает силуэт. Но я предлагаю поговорить еще о декоре, который здесь есть, потому что он заслужит особого внимания. Помимо того, что это модно, действительно, сейчас очень много вот сетчатых платьев, юбок, да, декора с вышивкой, это действительно вышивка, посмотрите, самая настоящая. То есть это у нас не цветочный принт, да, это не нанесение, не клей, это настоящая вышивка. Выглядит, конечно, такое произведение всегда, ну вот как ручная работа, да, дорогая работа, очень стильная. Посмотрите, я вам изнанку покажу, чтобы вы убедились, что это вышивка самая, что ни на есть настоящая. И это, конечно же, сразу повышает статус и изделия, и, естественно, ваш. Ну, а скажи мне, пожалуйста, а вообще практична такая вышивка? Или можно, знаешь, как вот на хрустальную туфельку на нее смотреть и даже не дотрагиваться? Не-не-не, вполне она себе износостойкая, поэтому здесь можешь не переживать. Мы можем совершенно легко такой комбинезон и носить, и стирать можно, кстати, его вместе вот с этой вышивкой. Только, пожалуйста, обязательно условие, поскольку здесь ХБ, то есть здесь хлопок у нас с вами и вискоза, стираем только в холодной воде, исключительно, то есть до 30 градусов температуры. Температура не выше. Отличное, статусное, яркое предложение, в котором вы будете чувствовать себя везде королевой. Всегда вы будете уверены в себе, так что добавьте себе сегодня уверенности в нашем прямом эфире. Сегодня собраны самые яркие, самые статусные коллекции. Посмотрите, вышивка, как она достойно смотрится. Размерный ряд себе могут позволить сегодня и пышногрудые красавицы, и красавицы, у которых пышные бедра. Посмотрите, до 66 размера у нас представлена эта коллекция. Коллекция восхитительная, коллекция экстравагантная. Коллекция, которую вы не встретите ни на ком, заметьте. Так что я считаю, что сегодня наш показ мод удался. Мы сегодня нарядили и наряжаем наших женщин. Мы сегодня вдохновляем их на то, чтобы они всегда сияли и чувствовали себя прекрасно. Так что специально для вас сегодня роскошное предложение комбинезона Vivian за 3999 рублей. Рады приветствовать абонентов Ростелеком на телеканале Shop & Show. Нас теперь 40 миллионов. Каждую минуту 45 тысяч посылок по всей России едут к нашим клиентам. Присоединяйтесь и вы. Телеканал Shop & Show. Ваш телеканал с душой. И по многочисленным просьбам наших телезрителей мы представляем специальное предложение сегодняшнего дня. Женские туфли Лоретта. И, конечно же, они из натуральной кожи за 1599 рублей. Натуральная кожа – это всегда статус. И не только, это еще наш комфорт, если мы говорим про летнюю обувь. Это еще и долговечность. Ну и, конечно же, это выбор очень многих женщин. Сегодня у нас с вами поистине потрясающее предложение. Во-первых, оно комфортное, мягкое. Это, знаете, вот я вам честно скажу, это такая альтернатива ортопедической обуви, но в модельном исполнении. В исполнении
менее элегантным. Поэтому сегодня выбираем с вами одну из самых актуальных и популярных моделей. Это такая вариация туфелек Мэри Джейн с ремешком. Это у нас с вами альтернатива балеткам, альтернатива сабо и альтернатива мокасинам одновременно. Итак, у нас, посмотрите, кстати, размерный ряд представлен от 36 до 41. Крайне редко бывает, кстати, в магазинах 41 размеры. Да, вот у меня у подружки, у Иришки, у моей 41, ты знаешь, она всегда, она что видит, то берет. Вне зависимости, красиво, некрасиво, потому что редко можно встретить. А здесь собрано все. И комфорт, и красота, и удобство, о котором мы с вами поговорим. И вот, кстати, о качестве. Что получается, мы получаем за 1599 рублей. Итак, мы сегодня с вами выбираем комфортную пару обуви на каждый день из натуральной кожи. На анатомически выверенной подошве, которая даст поддержку вашей стопе. С плетением и перфорацией, то есть их можно носить даже в самое жаркое время года. Мягчайшая кожа натуральная, посмотрите, не дает парникового эффекта и не сковывает движение. Автоматически подстраивается под вашу ножку. Легкость и комфорт. Надеть эти туфельки буквально пары секунд, поскольку здесь прочная застежка велькро. Соедините ее так, как удобно вам, подстройте под себя подъем. Выбирайте один из трех цветов, которые у нас сегодня есть в наличии. Этот называется бело-синий, здесь синий кант и синяя же подошва. Так, далее, посмотрите, у нас представлен белый бежевый цвет. Мне тоже он очень, кстати, нравится. Давайте поближе вот покажу сейчас. Мне нравится, что здесь такой, знаешь, рыжий, яркий, да, такой витаминный горчичный заряд. Да, горчичный. Такой очень вкусный оттенок у нас с вами. И самый светлый, самый сдержанный, посмотрите, бело-серый цвет. Ой, мне нравится, вот действительно яркое предложение. Что говорить, светлые босоножки, светлые туфли летом, это вообще очень прекрасно, да, под любую одежду, под любой ваш образ подойдут такие туфли. Вспомните, как часто мы приходим в магазин, видим идеальные туфельки, да, из натуральной кожи. Мы их примеряем, а они нам везде передавливают. Они не подходят, если у нас, допустим, вальгусная деформация, да. Они просто не садятся на нашу ножку. Так вот здесь, благодаря именно натуральной коже, босоножки, наши туфли, они подстроятся под любую вашу ножку. Так что, если у вас есть какие-то проблемы, если у вас есть высокий подъем, вы для себя вот такую коллекцию выбираете. Я, кстати, обладательница очень высокого подъема, я всегда об этом говорю. И эти туфли на мне сегодня абсолютно идеально застегнулись, поэтому сегодня вы все можете выбирать. А лучше, кстати, со своими подружками, со своими соседками решить приобрести такую коллекцию. Тем более, вот все-таки, знаешь, не жалко, чтобы у подружки были все равно 4-3 цвета у нас представлено, да? Да, есть из чего выбрать. Да. Тем более, что, знаете, я могу сказать, что эти туфли прекрасно завершат ваш летний образ. Если вы выбрали сейчас в нашем эфире уже, например, для себя широкие стильные брюки, яркую рубашку или комбинезон, может быть, вот это платье на нашей Кате станет вашим следующим выбором. Выберите себе в комплект и удобную обувь. Посмотрите, это обувь на каждый день. Ведь нам с вами летом необходим чувствовать себя комфортно. Например, отправляясь на работу, отправляясь на прогулку, отправляясь, не знаю, гулять с детьми, но отправляясь в поездку в любую, эти туфельки вам везде пригодятся, и с брюками, и с юбками, и с платьями. Выбираем их размер в размер, и еще один бонус, не зря я сказала, что это альтернатива ортопедической обуви. Лен, здесь девятая полнота. Девятка – это полнота, которая практически никогда не встречается в магазинах. Обычно это полнота, которая уже идет в ортопедии. Но 9-10 – это ортопедическая полнота. У нас она сегодня, посмотрите, представлена в модельной обуви. А скажи, а у тебя было такое, вот твоя любимая удобная обувь, когда ты ее просто занашиваешь, а потом думаешь, так почему же я не купила себе такую вторую пару, а? Вот как такое часто бывает, а? Потому что они самые любимые и самые удобные. Кстати, вот такие туфли, они же не будут натирать мозоли, потому что у них задник идеальный, вот, да? Вот, вот, совершенно права. Наша с тобой проблема. Да, если вам тоже знакома такая история, у меня вот бабушка всегда про меня говорит, ты даже домашними тапочками натираешь мозоли. Но это правда. Здесь вам это не грозит. Смотрите, как выполнена пятка. Видите, что это? Мягчайшая кожа и сама пятка мягкая, но она формованная, то есть вы здесь не переживайте. Посмотрите, пятка формованная, на ножке держатся туфельки благодаря ремешку, и тем не менее, вот эта мягкая кожа, она просто настолько невесомая, вы даже не чувствуете на своей ножке это. Подстроится абсолютно под любую стопу. Если есть косточка, посмотрите, здесь ни одного шва в этой зоне нет. Если подъем высокий, здесь еще плюсом есть эластичная лента у нас. Ну и самое, конечно, главное, что они действительно мягчайшие. Кстати, мягкая и подошва. Здесь можно
можно абсолютно, вы знаешь, себя расслабленно чувствовать, потому что подушка, с одной стороны, достаточно толстая и анатомичная, то есть она стопу поддерживает, да, это такая замена ортопедической стельки, но при этом она еще и гибкая, то есть ты вообще не чувствуешь их на своих ногах. А ты знаешь, что мне нравится? Вот сейчас на нашей Катюше представлен вид 41 размер, посмотрите, ножка миниатюрная, то есть они еще, получается, размер ножки скрывают, очень смотрится красиво, да, смотрится нежно, ножечка тоненькая, и при этом еще раз напоминаем, что туфли Лоретто только сегодня представлены по цене 1599 рублей. Посмотрите, скидка составляет практически еще одна пара, поэтому сегодня не жалко для себя выбрать такие коллекции. У нас три цвета на выбор, у нас хорошая, достойная девятая полнота в магазине, которая не представлена, вам Лера уже об этом сказала. Ну и самое главное, это туфли из натуральной кожи. Ты знаешь, я тебе честно признаюсь, когда я надеваю туфли из натуральной кожи, у меня даже походка меняется. Ну еще бы, а здесь она у тебя будет просто летящая, Лен, широкий мысочек, смотри какой. Пальчики абсолютно расслабленно себя чувствуют. Мягчайшая натуральная кожа. Вы помните, что натуральная кожа — это дыхание нашей ноги, поскольку там есть поры. Она всегда подстроится под вашу ножку. Носится натуральная кожа годами. Качественная подошва, анатомическая, литьевым способом закреплена. То есть это самое прочное и герметичное крепление подошвы, которое когда только было придумано. Ну и, конечно же, застежка велькро. Буквально 2 секунды займет у вас процесс надевания этих туфелек. Ну и приятно, что огромное количество звонков и огромное количество заказов на коллекцию Лоретто. Итак, 1599 рублей цена только на сегодняшний день. Не допустите, чтобы завтра цена увеличилась на 1300 рублей. Знаете, мы, женщины, практичные. Мы всегда бережем наши деньги, да, особенно честно заработанные. Поэтому сегодня вы можете позволить себе абсолютно все. Вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. Светлые. Весенне-летний сезон вы встретите именно в том прекрасном настроении, в котором его и нужно встречать. Знаете, вот просто менять свою жизнь, да, бегать, гулять с друзьями, тем более, ой, и майские праздники у нас впереди, и сезон шашлыков, это же не значит, что вы должны идти в черном спортивном костюме, нет, женщина всегда должна оставаться женщиной, поэтому сегодня телеканал Шоп-н-Шоу вам во всем помогает. Ну уж раз заговорили про яркие краски, давайте тогда выбирать и яркие платья. Тем более, что именно платье нам с вами хочется носить вот сейчас, правда же, весной, летом, когда уже есть возможность надеть босоножки, какие-то легкие туфельки, например, вот наши туфли Лоретто, специальное предложение дня. Выбрать яркие образы, а что может быть ярче, чем платье с цветочным принтом, которое свою актуальность не сдает. Так что сегодня есть возможность, есть из чего выбирать. Кстати, три цвета, все разные. И это значит, что если вам хочется, если это ваш стиль платья, то можно брать и не один цвет. Вы сейчас убедитесь в том, что они действительно все отличаются одно от другого. Слушай, вообще действительно, совершенно разные, да? Что-то поменяли сумочку, поменяли туфельки, и у вас совершенно другой образ. Посмотрите, сегодня цена премьера нашего платья Флоретто представлен 2999 рублей, также со скидкой в 1300 рублей. Но не жалко для себя такое платье приобрести. Слушай, ты знаешь, вот я думаю, что такое платье очень многих порадует. То есть я вам рекомендую это платье выбрать себе на каждый день. Угу. Оно очень комфортное, потрясающий просто материал, но мы об этом еще поговорим. Смотрите, вот этот цвет называется синий с голубыми цветами. Здесь самый мелкий принт, такая вот вязь очень деликатная. Вот Ксюша наша выбрала это платье. И такая, знаешь, вот сразу стилистика 60-х, да, такие очень милые платья с цветочным принтом, приталенные, длины миди. Вообще обожаю длину миди, потому что все женщины в них выглядят очень изящно. Ну, а посмотрите, яркий какой вариант на нашей Жене. Он называется белый с красными розами. Такой контрастный очень вариант. Кстати, вот именно такой вариант, ну, по крайней мере, похожий, был в этом сезоне в коллекциях очень известных итальянских дизайнеров. И я вам могу сказать, что уже видела некоторые
некоторых наших известных актрис, ага, вот в платьях такого стиля. Так что можно почувствовать себя, знаете, настоящей звездой. Ну, а вот у Лены цвет, который называется черный с красными маками. Слушай, отличный вариант. То есть, если есть у звезд шоу-бизнеса, почему это не может быть у нас? А? Правильно. И чем все мы можно хуже? Да, чем это мы хуже, а, дорогие дамы? Все можно говорить, что да, заказала себе итальянский дизайнер, специально для меня создал вот такую коллекцию. Почему нет? Мы достойны самого лучшего. Посмотрите, но здесь, конечно, мой любимый горох. Ай, как красиво, как шикарно смотрится. Но и те самые розы, яркие, алые, ты знаешь, просто они меня сегодня сразили наповал. Но самое главное, посмотрите, у нас представлены размеры от 48 до 68. Лер, я не могу терпеть, я хочу тебе сказать, что как так платье может стройнить, ну, размера на два, точно. Оценила, да, вот вообще. Это на самом деле действительно находка. Вы знаете, меня радует, что это платье, именно это платье представлено в таком широком размерном ряду, потому что ты совершенно права, идеальная фигура вам обеспечена в любом размере. Осталось выбрать свой, сделать это просто. Мы берем платье по объему груди, в любом типе фигуры абсолютно. Вот здесь мы на тип фигуры совершенно не смотрим, потому что платье очень хитрого кроя. Угу. Платье у нас с вами с рельефами полуприталенного силуэта. То есть, как видите, у нас с вами сидит оно четко по фигуре только в области плеч и в области бюста. Все. Дальше в области живота, в области бедер платье свободное. Силуэт вытягивает, животик прячет, зону галифе маскирует. Так что берем свой верхний размер для любого типа фигуры. А ты знаешь, вот у меня мама летом даже носит корректирующее белье. Я буквально ей недавно говорю, она мне же собиралась вот подобрать новое телесного цвета. Я говорю, мамуль, ты что? У тебя дочка, говорю, работает на телеканале Shop and Show. У нас все коллекции странят. Мы вообще в этом сезоне всем нашим телезрительницам говорим, откажитесь, конечно, от корректирующих колгот, от корректирующего белья. У нас есть просто находка для каждой женщины, которая странит. Причем это не голословно. Вы посмотрите на наших моделей, вы посмотрите на наши абсолютно идеальные материалы. Просто, знаешь, вот вылепливаем идеальную фигуру сегодня. Да, и при этом дарит абсолютный комфорт. Давайте посмотрим на ткани, поговорим о ней. Ткань достаточно тяжелая, вы это ощутите, когда возьмете платье свое в руки, вытягивается силуэт, при этом она очень мягкая. Вы знаете, вот этот трикотаж очень комфортный, вы получите настоящее удовольствие, потому что здесь у нас с вами вискозно-хлопковое полотно, видите, какое матовое. Знаете, на ощупь на что похоже? На очень качественное и очень нежное бельевой трикотаж, то есть такой вот, который обладает гигроскопичностью, в нем никогда не бывает жарко, в нем никогда не бывает парникового эффекта. Это такие платья, вот знаете, которые становятся любимыми очень быстро, потому что вам в этом платье комфортно. Ну и плюс, знаешь, просто на работу пойти, прогуляться пойти, да, с подружками встретиться, с детками погулять где-то в парке. Это действительно для вас будет любимое платье, удобнейшее, комфортнейшее. Лера, скажи, а вот такая длина, она всем подойдет? Абсолютно. Вообще, ты знаешь, я эту длину обожаю вот именно за то, что она всем идет. Во-первых, это длина миди. Во-вторых, за то, что эта длина очень элегантная. И в-третьих, за то, что эта длина не только всех странит, она еще роста всем добавляет. Ой, отлично, мы все длинноногие, мы все красивые, мы, девочки, все постройневшие, и это дарит нам платье Флоретто по цене 2999 рублей. Посмотрите, специально держу для вас сразу же три варианта. Если вы заказываете сегодня на сумму 5990 рублей, то вы получаете еще и бесплатную доставку. Все для вас подарим, всех нарядим, всех вдохновим, и самое главное, пусть эта весна и этот летний сезон для вас будет самым ярким. Это действительно очень важно. И не забывайте, все наши коллекции вы можете также заказать на нашем сайте shopandshow.ru. Посмотрите, здесь есть все наши рубрики. Рубрика «Украшения», «Мода», «Обувь» и расписание эфиров на сегодняшний день. Посмотрите, специальное предложение сегодняшнего дня. Это женские туфли Лоретто из натуральной кожи по цене менее 1600 рублей, а если быть точнее, 1599. Итак, на сегодня на них у нас скидка в 1300 рублей. Только один день. Три цвета на выбор. Размерный ряд представлен до 41-го, так что добавляйте в корзину, а наши операторы с вами свяжутся, и вы закажете идеальные натуральные туфли.
Знаешь, вот что мне нравится, Лен, что и летом можно оставаться элегантной и женственной, даже выбирая такие, ну, чуть более утепленные варианты. Например, если вы привыкли носить жакеты, если вы привыкли выбирать классические образы для себя, не отказывайте себе в этом, выбирая какие-то более утепленные элегантные вещи. Не обязательно надевать бесформенные кардиганы. Всегда можно выбрать изящный жакет, но жакет вязаный, так как сделала сегодня наша Катя. Слушай, ну всегда вязаные вещи смотрятся достойно, и прежде всего это всегда статусно. Это дорого. В принципе, сейчас заказать, связать жакет, мне кажется, меньше 10 тысяч точно не выйдет. Конечно, во-первых, пряжа очень дорогая, во-вторых, сама работа. Ну, а в-третьих, даже нет смысла тратить на это столько времени. Точно. У нас сегодня есть из чего выбирать, причем вас порадует и дизайн, потому что это классический жакет. Это жакет, когда-то придуманный Коко Шанель, который никогда не выходит из моды. Вас порадует и совершенно потрясающий размерный ряд. Посмотрите на него сейчас. Да, от 46 до 72 размера. То есть, если у дамы пышные бедра, если пышная грудь, обязательно этот жакетик подойдет. Но самое главное, цена менее 3000 рублей, 2799 рублей и варианты двух цветов. Экрю, вот ага, так называется этот цвет. Да, цвет экрю или цвет шампанского, или его еще иногда называют цветом крем-брюле, то есть такой вот вариант бежевого оттенка. А второй цвет называется серый. Но на самом деле и в одном, и в другом варианте у нас с вами такой вот эффект небеленого льна, угу, да, присутствует. Я считаю, что это отличный вариант именно для летних жакетов. Вот такая вариация цвета. Светлые, комфортные, абсолютно ко всему подходящие, к разным совершенно цветовым решениям. И при этом шикарный здесь состав. Лен, вот почему именно на лето такой мы рекомендуем жакет? Потому что в составе не шерсть, а хлопок. Все-таки вязаные вещи хлопковые мы носим летом. Хлопка здесь 70%, 30% пан. Пан – это альтернатива шерсти. Вот поэтому я говорю, что жакет действительно теплый. Но при этом, посмотрите, что такое пан? Он не колючий, он не аллергенный. То есть даже если у вас очень чувствительная кожа, вы можете выбрать себе такой жакет. Но и при этом, знаешь, мне нравится, как он сделан. Потому что, вот смотри, это такой эффект букле. Да, ткани букле, но в вязке. И вязка у нас с вами такая, получается, кружевная, как бы перфорированная. По-моему, это как раз тот самый случай, когда на лето нужно выбирать. Слушай, у нас вот сейчас все, да, модная обувь, дизайнерская, из натуральной кожи с перфорацией. У нас сегодня коллекции с жакетами Линда с перфорацией. Ваша кожа дышит, вам не жарко, вам не холодно. Знаете, тот самый комфорт, который мы хотим всегда достигать, да, куда бы мы ни пошли, где бы мы ни были. И вот очень часто, знаешь, даже вот гуляя с детьми, я вспоминаю летом, утром выходишь, отлично, несколько часов погулял, уже как-то прохладно. Да. Что с собой брать? Конечно же, жакет вязаный, тем более, что он просто-таки не утянет даже нашу сумку. Слушай, посмотри на Ксюшу, да, как элегантно получается, смотрится этот жакет. Шикарно. С длинной юбкой-карандаш. Вот представляешь, да, женщины, которые привыкли носить классическую одежду, вот что летом делать, да, все-таки не наденешь жесткий пиджак шерстяной, уже жарко, некомфортно, а вот такой жакетик, если накинуть, посмотрите, какой получается образ, женственный и очень изящный. А что касаемо размеров, я вам хочу дать вот такую рекомендацию. Смотрите, у нас жакет до середины бедра доходит, если ваш рост 170, как у Ксюши, или пониже. Поэтому в таком случае нужно и объем по бедрам учитывать. Ну, например, если у вас нижний тип фигуры. А вот если у вас тип фигуры верхний, да, как у нашей Кати, у нашей блондинки, здесь вообще никаких вопросов, просто берем по объему груди. Все-таки жакет прямого силуэта, поэтому нужно учитывать оба размера. Ну скажи, ну вот говорят же, что светлые оттенки, даже жакеты, любые кофты, они наоборот как бы полнят. А если широкие бедра, хочешь похудеть, не хочешь сидеть на диетах, что делать тогда? Слушай, ну вообще это такое, вот знаешь, расхожее мнение, да, что светлые полнят цвета. Здесь ведь полнит не столько цвет, но крой, но ткань, но прин. Ну то есть очень много моментов, которые на самом деле нельзя сводить только к светлым вариантам. Что касаемо этого жакета, я могу смело сказать, что он не полнит никогда и никого.
кого. Вот ты знаешь, когда Коко Шанель придумала эти жакеты, эти, я имею в виду, это прямой силуэт, это отсутствие ворота и чуть укороченный рукавчик. Она учла все нюансы абсолютно женской фигуры. Укороченный рукав длины 7/8 – это стройные бедра, мы оттуда убираем лишние объемы. Прямой силуэт – это отсутствие животика и объемов в области талии, мы их здесь закрываем. А в нашем случае еще и, посмотри, легкая вязка, как будто бы кружевная. Это еще и изящность нашей фигуры, даже если носим большой размер одежды. Действительно, как красиво смотрится. Посмотрите, у нас сделано уже 50 заказов. А знаете почему? Потому что нас смотрят и выбирают уже более 40 миллионов телезрителей. К нам присоединились абоненты компании Ростелеком, поэтому, дорогие, мы вас приветствуем. С нами еще больше счастливых женщин, с нами еще больше блестящих глаз. Поэтому сегодня мы представляем яркие коллекции. Каждый день, целый день телеканал Shop & Show радует наших женщин. 2799 рублей сегодня цена премьеры. Но не забывайте, оплата у нас при получении товара на почту. Звонок у нас абсолютно бесплатный, так же, как и ожидание. Вы никуда не выходите из дому, вы делаете свою безопасную дистанционную покупку. И знаешь, что мне еще нравится? Что представлены в кружеве вот тот самый воротничок и наши красивые рукава. На самом деле сделано действительно потрясающе. Вы знаете, да? Вот все-таки в вязаных вещах, Лен, очень важно обращать на качество, когда мы говорим про жакеты. Почему? Потому что во время носки, во время стирки вязаные вещи имеют свойство деформироваться. Они обязательно должны быть укреплены. Ну, например, смотрите, вот эта планка, да, для петелек, она, видите, какая? Вывязана двойной, очень плотной вот такой вот вязкой. Во-вторых, то же самое с зоной горловины. Вы видите, она здесь вывязана отдельной резинкой. Резинка закреплена вязкой и оверлоком. То есть мы здесь еще с вами, видите, уплотняем горловину, чтобы она не вытянулась. Как любую вязаную вещь, такой жакет можно стирать дома. Но, пожалуйста, делайте это только в холодной воде, либо жидкими средствами для стирки, либо обычным шампунем. Мы все знаем вот этот секрет стирки, да? И когда постирали, раскладываем на горизонтальной поверхности. Все. Тогда жакет вам прослужит очень долго. Слушай, отличный вариант. Вот меня так мама учила, и я обожаю вязаные вещи. Они всегда остаются в идеальном состоянии на долгие-долгие года. Как он смотрится, а? Вот действительно такая теплая, душевная покупка. Порадуйте себя, порадуйте своих близких. А у вас есть вот такой изысканный, тонкий, красивый жакет, который вы можете надеть абсолютно под любой свой образ и даже его несколько облагородить. Сегодня телеканал Shop & Show дарит вам цену премьеры менее 3000 рублей за действительно достойное предложение, которое вы будете носить годами, вспоминать сегодняшний день. Так что обязательно сегодня выбирайте, дозванивайтесь. Кстати, размеры, посмотрите, можно выбрать от 46 до 72. Итак, у нас остается буквально несколько секунд. Ну а теперь долгожданный сюрприз для наших телезрителей. Через пару минут мы вернемся снова в наш эфир по долгожданным просьбам, конечно же, и представим вам совершенно другие коллекции, тоже яркие и тоже изысканные. Ну а теперь специальное предложение только сегодняшнего дня. Дополните им свои корзинки, пусть ваши образы будут полными и завершенными.